Ну почему вас за руку надо водить? Вы что, не видите переезды? Сергей Александрович, вы что, не видите переезды, которые превратились в валы непроезжие? Ну а не может грейдер, не дают водители нормально отработать грейдер. Ну ставьте ручников, долбите. Но это ваша проблема. Как вы будете очищать? Проедут управление ЖКХ, все участки посмотрят. Там, где некачественно убрано, пока вы не наведете порядок, работы приниматься не будут.